Слушай, вроде бы неплохо, ребятки. Что ж, я рекомендую уже поехать в машине. Ох, отлично, ребята. Хотя наш мост чуть не провалился в конце, но сам автомобиль проехал, и это... А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в игрушку Build a Bridge. Ребятки, строительство мостов. Новая игра про строительство мостов. Раньше мы, ребятки, с вами играли, по-моему, Poly Bridge. По-моему, так она называлась. Там тоже строить мосты нужно было. И чтобы машинка через них вот так вот переезжала. Так, ну что ж, сегодня мы с вами, ребятушки, поиграем вот такую вот игрушку. Так, ребятки, тренировочный уровень я уже, собственно, прошел. Давайте с вами, собственно, начнем уже с нормального уровня. Так, уровень 2, дорогие друзья. Чтобы разблокировать миссии, закончите уровень. Для того, чтобы перейти на уровень 3, мне нужно сначала закончить уровень 2. Так что не нужно это путать, ребятки. Давайте будем играть. Так, ждем загрузочку. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите, как здесь все. Удалите эти элементы двойным касанием. Хорошо. Все, ребятки, мы эти элементы убрали. У нас есть дерево, у нас есть асфальт. Так, ну что ж, давайте с вами, наверное, начнем со следующего. У нас есть асфальт и дерево. Хорошо, давайте начнем с асфальта, ребятки. А как мне? Выбираю я. Давайте вот это поудаляем, наверное, все. Вот так вот. Так, это у нас будет асфальт, ребят. Так, отличненько. Ой-ой-ой, надо было... Ладненько, ничего страшного, пускай будет так, но так бы было бы намного легче, если бы мы немножко сделали бы с вами по-другому. Так, ну хорошо, ребят, давайте с вами тогда сделаем буквально следующее. Буквально сделаем следующее. Теперь мы возьмем деревянные балки и скрепим этот мост так, как требуется. Давай, давай, давай. Вот так вот. Отличненько. Вот эта балочка сюда. Вот это сюда. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. Ну что ж, ребятки, пока вроде бы получается у нас строить мост. Вот такой вот мост у нас получился, ребят. А, здесь мы немножко, ребятки, неправильно... Чуть-чуть мы неправильно, ребят, с вами. Ну ничего, я думаю, будет стоять и так. Немножко неправильно мы с вами, ребятки, настроили. Больше бюджета намного, наверное, будет. У нас сколько бюджет? 3000 долларов, ребят. Мы, наверное, не впишемся в этот бюджет. Сейчас посмотрим, будет ли наш мост вообще стоять. А потом уже все остальное. Так, ну что ж, вроде бы неплохо, ребятки. Что ж, я рекомендую уже поехать в машине. Ох, отлично, ребята. Хотя наш мост чуть не провалился в конце, но сам автомобиль проехал. И это просто, ребятки, замечательно. У нас открывается следующий уровень. Переходим на следующий уровень. Что здесь у нас? Так, ребятки, уровень 3. Уровень 3 у нас открылся. Это была пожарная машина. Я хочу вам, ребятки, напомнить, что в тренировочном уровне у меня было такси легенькое. И там мне довольно-таки повезло. Я просто поставил две балочки и проехал по ним такси. Но... В этот раз у нас, посмотрите, грузовой автомобиль. Так, теперь полицейская машина, ребят. Давайте полицейской машине дадим проехать. Нужно поставить опоры. Ну что ж, поехали. Вроде бы все понятно. Так, ребят, я рекомендую сначала установить, наверное, дорогу. А, нет, нет, надо же сначала опоры поставить, ребят. Вот, смотрите, ставим опоры. Но они же просто так стоять не будут, я так понял, да? Их же надо, наверное, между собой вот так вот как-то... Вот так вот, что ли, между собой их соединить. Теперь, я думаю, будет стоять все у нас. Так, теперь строим, ребяточки, дорогу. Давайте положим асфальт. Давайте положим асфальт. Так, отлично. Ложим асфальт. Все, замечательно. Асфальт мы положили. Так, 2500, надо вложиться в 2500 долларов нам взяли. Уже мы 822 доллара с вами потратили на мост. Так, давайте, ребятки, теперь вот так вот
с помощью балок, вот таких вот, скрепим наш новый мост. И таким образом, я думаю, мы с вами поедем. Я так думаю, ребят, я еще точно не знаю, сможет ли наш мост выдержать все это. Сейчас посмотрим. Так, вот так вот. И вот последняя балочка. А, еще наверху давайте вот так вот скрепим. Оп. Да, еще раз давайте вот так вот. И вот так вот. Все, я считаю, ребятки, что наш мост должен выдержать. Ну что ж, полицейская машина. Посмотрим, проедет она или нет. Давайте нажмем. Отлично, ребятки. Наш мост крепкий. И мы прошли этот уровень. Видите, я построил именно так, ребятки, как нужно. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, идем дальше. Так, далее у нас какой уровень уже? Четвертый уровень, ребятки, у нас с вами. Так, давайте на четвертом уровне. Так, ребятки, уровень 4. Так, хорошо, все, давайте сыграем в уровень 4 и посмотрим, что здесь. Так, ребятки, подсказочка. У нас, если вам трудно построить мост, воспользуйтесь подсказкой, говорит нам строитель. Хорошо, будем иметь в виду, что есть у нас еще и подсказки. Так, ну что ж, ребятки, давайте пока без подсказок, а там посмотрим. Так, постройте, подсказка, постройте его за меня. Все, ребятки, в принципе, я понял, что нам нужно делать, так что давайте будем строить. Так, 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 ну что ж, давайте начнем. А, это у нас идет, что это у нас идет, подождите. Давайте выберем дорогу и, собственно, начнем строительство дороги. Так, раз, два, три. Ну, а здесь, наверное, уже пойдет у нас дорога вниз потихонечку. Я так думаю, да? Ну, вот так вот, в принципе, машина должна будет проехать. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Угу. Хорошо, а как мне скрепить тогда балку? Давайте теперь возьмем деревянные балки и скрепим этот мост. Видите, тут два валуна таких огромных лежат. И нам довольно сложно будет построить здесь конструкцию, которая будет, ребятки, держаться. Вот так вот. И давайте на всякий случай еще вот так вот закрепим, чтобы уже на верочку стоял у нас мост. Хотя, ребятки, я не уверен. Не уверен, что он выдержит. Ну, ничего, давайте. Так, тихо, что у нас здесь? Одна была балка. Все, вот так вот. Так, ну что ж, ребятки, также теперь верхние. Давайте закрепим с помощью балок верхние мосты. Верхние мосты. И попробуем, проедет ли этот трафик, который сейчас здесь у нас вот стоит. Вот так, берем вот так вот. Вот так вот крепим мост, отличненько. Вот так вот, молодец. Вот, отлично. Так, еще одну балочку. Вот так вот, я думаю, это вполне будет достаточно. Вполне у нас такой вот красивенький получился, ребятки, мостик неплохой. Так, ребятки, здесь немножко у меня не достает балочка. Мы здесь вот такую перемычку сделаем. Я понимаю, что у меня бюджет будет. А, у меня уже превышен бюджет, ребятки. Оказывается, у меня уже бюджет превышен. Хм. Значит. Ну а как по-другому? Сейчас все же упадет. Давайте посмотрим. А нет, ребятки, отлично. Наш мост выдержал. И мы не превысили бюджет. А я думаю, в чем проблема? Почему оно мне пишет, что у меня превышен бюджет? А мы уже, наверное, больше с вами построили. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами уже на пятом уровне. Я хочу вам сказать, что это не шуточки, потому что игра довольно-таки, ребятки, тяжелая. И здесь нужно, прежде чем играть, нужно подумать, как построить правильно мост, чтобы машину он, во-первых, выдержал, во-вторых, чтобы никто не пострадал из людей, чтобы не упали в водичку. Так, ну что ж, погнали. Так, ребята, ого, посмотрите, какой джип. Он должен совершить прыжок вот такой вот. Раз. И перескочить сюда. Хорошо. Значит, нам нужно сделать следующее. Нам нужно, если он должен совершить прыжок, нам нужно сделать, ребятки, трамплин. Нам нужно, ребятки, сделать вот такой вот трамплин.
И зафиксировать надо его вот так вот. Давайте вот так вот балками зафиксируем, чтобы... Нам нужно, чтобы машина попала на другой берег, верно? Ну что ж, давайте попробуем. Вау, давай. Ребятки, я же совсем забыл, смотрите. Здесь вместо дерева надо положить асфальт. Вместо дерева надо положить асфальт. Поэтому машина и провалилась в эту, в речку. Так, отлично. Да что ж ты будешь делать, а? Так, ребят, подождите, доберем досточку. Вот так вот, я думаю, будет отлично. Так, берем теперь асфальт и ложим его сюда. Так, ну что ж, поехали. Вау, давай. Вау, нет, в воду. Ха-ха, ребята, как так-то, а? Подождите, давайте тогда что-нибудь сделаем по-другому. Если он упал в воду, это может означать только одно. Что моя конструкция, ребятки, непрочная и она не выдержала. Давайте ее укрепим. Давайте ее с вами укрепим, ребятки, чтобы она не упала. Чтобы не было у нас проблем. И тогда, я думаю, все будет в порядке. Так, ну что ж, в принципе, уже это должна выдержать. Вау! Ай, совсем немножко оставалось. Она бы просто-напросто выехала. Почему мне не дают? Так, у меня еще есть, ребятки, денежки. И мы сейчас, наверное, удлиним, сделаем мост еще длиннее. Но нам теперь и балки надо ставить длиннее, ребят. Вот так вот надо делать. И вот так вот. Вот так, я думаю, выдержит. А ну! Давай. Давай, малыш, совсем немножко тебе осталось перескочить. Да что ж такое, ребятки? Совсем никак не хочет ехать. Ребятки, я считаю, что надо, знаете, как сделать. Надо сделать, чтобы автомобиль, наверное, у нас просто-напросто ехал по дороге. И все. Без всяких там, как вам сказать, прыжков и так далее. Смотрите. Сейчас мы с вами построим, ребятки, чуть-чуть другой вариант. Смотрите. Берем асфальт. Ложим. И вот здесь вот уже, уже можно будет сделать такой вот трамплинчик. Вот. А теперь вот эти досточки, ребятки, вот так вот досточками крепим. Вот это уберем. Вот так вот сюда. Теперь, я думаю, этот мост будет держаться хорошо. И... Я думаю, проблем у нас не будет. Давайте вот так вот еще сделаем. И, наверное, вот так вот. Так, сюда нельзя, понял. Ну давайте. Упал мой мост сразу же, ребят. Но! Машина перескочила, ребятки. Вот, даже можно было последнюю, ребяточки, застежку из асфальта не стелить. Тем не менее, ребятки, я все равно выиграл, и это просто круто. Вам нравится игра? Да, ребятки, игра очень нравится, надо будет обязательно отменить. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, будем на сегодня заканчивать. Мы сегодня играли, ребятки, в строительство мостов. Это просто, ребятки, крутая, прикольненькая игра, в которую мы будем продолжать в следующий раз. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, обязательно ставим комментарии. Пока-пока.